Всем здравствуйте! Вы на канале Иринка как картинка, и я очень рада встрече с вами. Посмотрите, у нас первый снежок. Такой еще робкий и несмелый, но уже выбеливающий наши участки, наши сады, делает их такими чистыми, белыми, белизной покрытыми, красивыми! Ура! Зима! Зима! Так здорово, я вышла с утра, вечером ложилась, все было такое, знаете, земляного цвета, а сейчас вышла, здесь такая красота. Надеюсь, вам видно, как искрится на солнце вот этот вот мелкий-мелкий снежок, который, не знаю, по одной снежинке, мне кажется, он летит. Пингвинятки, что вы тут припорошились? Есть ролик на канале, как делал я этих пингвинов из гипса. Кому надо, кому интересно, у кого есть внуки, детишки маленькие, это прям самое то для них. Очень интересный процесс, волшебный такой, знаете, заливаешь, и вот у тебя из формы выходят зверята. Здесь я насыпала в кормушку дробленку. И, в общем-то, синички прилетают. Нравится им. Здесь у меня тыковку они поклевывают. Немножко украшаю. Ой, как же здорово! Как же здорово! Вот сюда мне нужно добавить каких-то украшений, что-то. Закончились украшения, надо посмотреть в магазине какую-нибудь новую игрушку. Шапочки посмотрите. Шапочки красавицы. Ой, все искрится. Сейчас пройдем, еще вам покажу. Серебристые ладошки охраняют мой саншит, оберегают его. Надеюсь, что он у меня нормально перенесет эту зиму. Вот такие шары я сплела для своей лампы. Здесь вот. Вот в эту кормушку нужно обязательно насыпать. В эту бутылочку семечки я куплю. Птичек хочу белыми, чтобы они были. Нужно краску купить, сбрызнуть. Кедр мой. Красавчик. Эту елочку не стала наряжать я в этом году. Нарядила маленькую, которая у меня на Альпийской горке. Покажу сейчас вам ее. Вот она, красавица. Смотрите, нарядница какая. О, я не знаю. Прям шарики с белым снегом, красные шары. И на шариках у меня отделка такими белыми кружевами. Хорошо смотрится. Вот. Здорово, да? Сочетание красного с белым снежком, с белыми кружевами. Мне нравится. А в этот горшок я вставила веточки боярышника, потому что вставила сюда ветки своей магонии подуболистной. Очень у нее листья похожи на падуб, а падуб — это самое лучшее украшение новогоднее лиственное. У нас он не зимует. Поэтому я так сымитировала, так скажем, это растение с помощью листвы, магонии и красных ягодок. Ягодки боярышника, ну просто прекрасные, да еще и вкусные.
хочу показать вам магония, она же вечно зеленая. Вот посмотрите, как она весело смотрится. Сажать ее нужно где-то в видимых точках сада, потому что она будет украшением всей зимы. Людям, кто живет на своих участках, незаменимое растение. Ну и фонарики физалиса пригодились зимой. Посмотрите, как же они светятся, правда, как настоящие фонарики. Ну и в почтовом ящичке у меня живут медвежата. Надеюсь, им тут уютно и тепло. Что ты тут свалился? Здесь я украсила вот так. Они встречают прям гостей при входе. Такие яркие, светящиеся новогодние подсвечники. Кстати, вот этот высокий подсвечник, это нога от той моей конструкции, которую я разъединяю обычно. И вот шары я кладу в корзину. Вот сюда положила в этом году такая корзина с шарами. А, но из ноги делаю подсвечник. Наконец-то ты дождался снега. Улыбайся давай. Здорово, здорово все смотрится. Домик под горой. Калина с черноплодкой. Пока у меня нет свечей, я сделала вот так. А вот эту композицию я в Инстаграме выкладывала. Кто есть у меня в Инстаграме, видел, наверное. Из простого ящика, который я подняла вот из этой стопки, и повесив туда природные материалы, это апельсины, корица, такие... печеньки искусственные, декоративные камушки, всякие луки и готова композиция. Очень здоровская, вся она здесь прям уместно. Не вычурно, а очень замечательно. Смотрите, ёршики от эхинацей. Ну, чем вам не украшение зимнее? Просто прелесть какая-то. В эту корзиночку еще у меня не хватает игрушек. Я что-то прикуплю, положу. А вот эти шишки я привезла с Адлера. Они росли на территории храма, и рабочие обрезали лишние ветки на высоченных соснах. И эти веточки падали вниз. Я попросила, мне разрешили их набрать. Так что вот оттуда, с такого святого местечка они у меня. Их много. Вот я их сюда еще подсыпала. Видите, сколько их тут. Ну и капусточка моя. На мороз, конечно, крылышки опускает, а как только теплеет, сразу крылья поднимает свои. Ну а здесь Мишутка. Мишутка, который очень рад лимончикам. А они сейчас как в сахаре, как будто. Как будто сахаром посыпанный лимон. Прелесть какая-то. Все-таки здорово, что у нас есть зима. А в окошке кто там у нас? Как будто заглянули на огонечек. Ну, пойдемте дальше. Домики мои расположились вот здесь. Мне кажется, им здесь очень уютно. О, что там? Один. Ветром. Или мышка хвостиком бежала. Хорошо, мне нравится, как они здесь.
Ну, на первом ящичке вот так. Вот эти два шара, они вечером зажигаются от солнечных батарей. А здесь тоже. Когда я вязала эти подушки, я думала, что они будут украшать мой сад только летом, потому что есть, кстати, ролик на канале, как я их вязала. Напоминали они мне очень по цвету ягоды клубники с листом клубничным. Прям вот такие оттеночки, знаете, клубничные. Но сейчас они мне напоминают хвою и яркие красные шары и солнечный денек. Вот смотрите, как сегодня солнышко лучистое. Так что они будут у меня украшением и в зимний период. Вот такие круглогодичные получились. Ящички я украсила ветками, а также вот здесь у меня вот лежат арбузы, дынки маленькие, которые мы не съели. Но вот они сейчас здесь служит украшением натуральным. А как тут поживает наша малина? А малине все нипочем, висит себе прекрасная. Нужно в чай собрать. Смотрите, какая гроздь. Так, надо взять ножичек и порезать айву. Сняла с айвы меховую шубку и посмотрите, какая она зеленая. Ой, зеленая, желтая. Много не надо, потому что айва пахнет как французские духи. Она дает очень сильный аромат, даже от маленького количества. Ну а аромат айвы, наверное, знает каждый. Заливаем кипяточком. Ой, крышечкой сейчас накрываем и надеваем колпачок. Ну, я думаю, он уже настоялся, можно наливать. Добавляем нашу травку. У нас такой сегодня чудненький тортик. Да, кстати, вот здесь у меня стоят баночки с посленом. Послен санбери крупный, послен полезный для зрения. Помните, мы его с вами растили летом. А вчера я делала пирожки с ним. Вкусные! Всем приятного аппетита и полезного чая в каждый дом. Вот, посмотрите, эту охотницу за привидениями. Красавица, турандот. Что, мышей нет? А, где мыши? Ну и до Нового года у нас еще почти месяц, а так его хочется приближения. Поэтому я положила вот такое вот вкусное украшение, которая все время мне напоминает, что не расслабляйся, готовься к Новому году, ищи новые рецепты, новые вкусные какие-то новиночки на стол. Ой, какие же они аппетитные!
вам, друзья, я желаю не успокаиваться, не останавливаться на достигнутом, а всегда идти вперед и искать что-то новенькое. Новенькое для своего стола, новенькое для своего сада, новенькое для своего имиджа. Ну, в общем, пусть в новом году девизом у каждого из вас будет «Мечтай, воплощай, созидай». До новых встреч, друзья мои. До следующего ролика.